Всем привет, друзья! В этом видео я расскажу, как можно загрузить фотографию в Instagram с персонального компьютера. И для этого вам необходимо будет запустить браузер Google Chrome, либо же установить, у кого он не установлен. Далее войти в учетную запись вашего профиля Instagram. После этого на клавиатуре нажимаете F12. Потом нажимаете мышкой на вот это окошечко. И теперь не будем закрывать, просто свернем. Видим, у нас Instagram появился в режиме, как на мобильном телефоне. Здесь можно выбрать любое устройство. Пускай будет у меня iPad просто. И видим, что у нас появились дополнительные панельки такие. И чтобы загрузить фотографию, вам необходимо будет нажать на вот эту вот иконочку фотоаппарат. Далее выбрать изображение, которое вы хотите загрузить. Пускай у меня будет вот это. Нажимаю открыть. Здесь, если нужно, редактируете размер фотографии. Нажимаете далее. Нажимаете поделиться. Вот, как видим, что у нас фотография с ПК опубликовалась. Зайдем на наш профиль, обновим. И вот наша фотография. На этом все. Если вам это видео было полезно, ставьте лайк. Также буду благодарен, если вы нажмете кнопку подписаться. И также нажмете на колокольчик. И оставляя здесь галочку, вы будете в курсе всех моих новых видео. Ну что ж, всем пока!